В администрации Северского района состоялось заседание антинаркотической комиссии под председательством главы муниципального образования Андрея Дорошевского. Обсудили принимаемые меры по профилактике незаконного оборота наркотических средств. Исполняющий обязанности начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Северскому району Руслан Хасанов рассказал в своем докладе о повышении уровня преступлений в этой области в минувшем 2022 году. Зарегистрировано 27 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, вдвое больше, чем в 2021. В целях предупреждения и выявления таких преступлений стражи порядка проводят целый комплекс мер. Осуществляются рейдовые мероприятия с целью выявления административных правонарушений в сфере легального оборота наркотиков. На постоянной основе проводится негласная проверка оптичной сети Северского района на предмет выявления фактов продажи товаров, свободная реализация которых запрещена либо ограничена. Также сотрудниками наркоконтроля совместно с сотрудниками ПДН и участковых на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия в учебных заведениях, работа с молодежью. Представителям полиции рекомендовали организовать дополнительные мероприятия, направленные на пресечение ввоза наркотиков на территорию Северского района и их сбыт с использованием сети интернет. Ряд поручений получили и главы поселений, присутствующие на заседании руководители управлений культуры, образования, физической культуры и спорта. Особое внимание просили уделить группам риска и лицам, состоящим на профилактическом учете.